Russia attacks not only physically. It has been waging an information war against the world and peace for a long time. Имя вашего сына знает вся Россия. Это Нурмагомед Гаджи Магомедов. Я напомню, что спасая своих товарищей, он положил свою жизнь. Геройски погиб в самый первый день Донбасской операции. Каким он был? Как вы восприняли? Я прошел бессмертный полк тремя портретами героев. Это мой сын и два деда, которые боролись за нацизмом и которые погибли за предстоящую победу. Нурмагомед – это российский офицер. Он мужчина, он не мог по-другому поступить. Он, защищая своих ребят, свою роту, погиб за нас, за Россию, за нашу, за будущую, за нас. Чтобы у нас был российский флаг. И люди под Донбасса и Украине, чтобы побыстрее мирное небо было, чтобы было. Он нацистами поступил, как положено, как российский офицер должен поступить. Turn off Russian propaganda. Say no to fakes and war.